Меня зовут Тимур, мне 10 лет. Я сегодня учился в тренинге и узнал, как можно правильно тратить время и узнал два секрета, как стать отличником. Здравствуйте, меня зовут Найля, и сегодня на тренинге я узнала, что где есть успех, там есть мышление успешного человека. Всем привет, меня зовут Ибрахим, мне 10 лет, и мне понравился тренинг, и я узнал, как правильно определить время, деньги. Меня зовут Амир. Я научился в тренинге богатое время делать важное дело, а бедное неважное дело. Меня зовут Деньги. Я научился, как тратить деньги, как тратить время. Время плюс деньги равно успех. То, что нету сложных задач, есть только сложный характер.